Вас приветствует Алена Ариес. Если вы хотите вернуть мужчину или помириться с ним, запишитесь на мастер-класс по ссылочке в описании. Ну а сейчас узнайте, что же принесет вам среда. Среда принесет вам, девочки, какое-то веселье. Начало нового дела или нового проекта. Да. И волноваться вы будете, потому что это что-то новое в вашей жизни. Причем это в первой половине дня что-то новое у вас будет. Так. Денежки какие-то вы ждете, но я не вижу, чтобы в среду они пришли. А вот мужчина какой-то за вами наблюдает. Да. Возможно, скоро объявится. Вы, кстати, ждете от него какой-то весточки. Как мужчина светленький, скорее всего. Рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза. Такой активный, целеустремленный, жизнерадостный. Да, хочет встречи с вами. Мужчина знаком. Хочу сказать, что да, вы тоже как бы время от времени про него вспоминаете, думаете. Вот, скорее всего, объявится. Ну, может быть, не следу. Я тут вижу, что он наблюдает за вами как где-то в реальности или, может быть, в интернете. Да. Так, после обеда что тут у вас? Тут какие-то дела у вас, женщина с черненькой, будут. Ну, как-то дела не очень сложатся. Да, какое-то разочарование я тут вижу. Вот. Ну, возможно, будете с ней решать какие-то свои вопросы. Но как-то не очень все сложится. Так, вечером я вижу, да, какой-то праздник, какая-то встреча с друзьями, знакомыми, со старыми знакомыми, с родственниками, может быть, с которыми давно не виделись. Вот, что еще тут? Какой-то сюрприз вам будет, связанный с документами, это уже ближе к вечеру. Да, решится вопрос с документами какой-то, неожиданно причем. Может быть, вы не ждали такого скорого решения, но решится. Вот. Но вечером я прям или праздник у вас вижу, девочки, напишите в комментариях. Либо это такая прям встреча в какой-то компании. Вот, и мужчину я тут вижу. Вот этот мужчина точно, это другой мужчина, шатен с голубыми или зелеными глазами, такой обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Вот он точно как бы появится, он скучает, он будет вам писать или звонить, или прям встретиться. А, вот он и этот светленький, тоже объявится вечером. Ну вот, даже встреча, возможно, или с двумя, или с одним из них уж точно. А вот, в общем, вот такой будет для вас среда. Давайте посмотрим карту совета. Обязательно запишитесь на мастер-класс по ссылочке в описании. И Мария Магдалина, беззаветная любовь. Любите себя и других людей, и ситуации, невзирая на внешние обстоятельства. Вот такой вам совет. Так что разбирайтесь со своими двумя мужчинами, особенно тех, кто сейчас свободны. Уж из двух претендентов, я думаю, можно выбрать одного. Хотя я знаю, да, бывает так, что и много претендентов вокруг, а выбрать, в общем-то, некого, да. Тогда нужно работать над собой. Самый лучший способ работать над собой, это, конечно же, карты Таро. Так что приходите на мастер-класс, будем работать вместе. А с вами была Алена Ариес. Я вас всех благодарю. Желаю вам счастья, радости, удачи, удовольствия, изобилия, богатства, благополучия. Всего вам самого-самого наилучшего. Пока-пока. До новых встреч в новых видео.